Если вы любите сытно и вкусно перекусить, тогда этот рецепт вам обязательно понравится. Берем куриное филе и нарезаем небольшими ломтиками. Выкладываем в отдельную емкость, добавляем соевый соус и специи для курицы. Все хорошо перемешиваем и оставляем на 20 минут, а потом жарим на сковородке. Берем болгарский перец, очищаем от семечек и нарезаем соломкой. Огурец тоже нарезаем тоненькими пластинами. Твердый сыр режем ломтиками. Теперь берем лист лаваша, выкладываем чесночный соус и распределяем по всей поверхности. Кладем порезанное куриное мясо, перец, огурец и сыр. Добавляем лист салата и аккуратно заворачиваем. Отправляем на сковородку гриль без масла. Наша вкусная, простая и полезная шаурма готова. Приятного аппетита!